мне приятно выступать с этой сцены. И, наверное, скажу, наверное, самую главную фразу. Повторю цитату Георгия Михайловича Гречко: «Вольмех – это мое все». Спасибо. Тост должен быть краток. Вольмех лучше всех. Я бы хотел сказать особую благодарность Александру Дмитриевичу Шершову, так как благодаря нему у меня все это получилось, и я стою здесь, на этой сцене. Хотелось бы сказать спасибо Вольмеху за те возможности, которые он мне дал, и потенциал, который возможно реализовать в будущем. Хотелось бы выразить глубокую благодарность военному учебному центру, а также всему преподавательскому составу Вольмеха. Вольмех лучше всех. Хотелось бы сказать: учите студенты математику. Математика – наше все. Хочется сказать, что экономистам в Военмехе тоже есть место. И я очень счастлива быть экономистом области оборонно-промышленного комплекса, ведь это наше все. Хочется еще раз повторить спасибо Военмеху и, наверное, спортивной кафедре. Они помогают реализовать мои мечты. Товарищи студенты и преподаватели, я хочу все-таки поздравить вас с наступающим праздником, Днем ракетных войск и артиллерии. Огромное спасибо самому Военмеху, также преподавательскому составу и деканату Е. Ну, я с огромным удовольствием еще раз поздравляю вас, лучшие студенты, и желаю успеха. Все у вас в жизни было успешно. Спасибо.